Потому что их мозг занят этими проблемами только. Вы видели, как для вас сокращался мир? Его не было. Вы это заметили? Заметили. Даже страшно становится, когда всю твою жизнь вот так проходит. И представьте, все твои прекрасные молодые годы уходят. Ты проспаешься, тебе уже 40, уже 50, уже все. И дети выросли, и как-то забота, и просто не успеваешь. Потом человек начинает смириться с этим. Он думает, что, наверное, это... А потом сами большинство, что говорят, ай, судьба Аллах не дал. Это настолько глупо. Это все оберегает, говоришь, ой, судьба Аллах не дал. Да кто тебе так сказал-то? Судьба другой. Выбор другой. Судьба, что ты родился парень, кто-то родился девушка. Кто-то родился такой семьи, кто-то другой семьи. Кто-то родился в этой земле, кто-то другой земле. Ты родился казахом, я таджик, кто-то японец, кто-то русский, кто-то американец. Это судьба. Ты не можешь менять судьбу. День твоей смерти – это тоже судьба. Ты не можешь его удлинять или сократить, как бы ни захотел. У тебя нет власти над это. А вот на кого учиться, чем заниматься, как провести эту жизнь на земле – это твой выбор. Вот это настолько важно понять. Пока человек будет жить в нужде, в деньгах, он зависим от деньгах. Правую руку поднимем, повторим за мной. Деньги – идеальный работник. Деньги – идеальный работник.